Ну, мы сегодня присутствуем при историческом событии. Мы закладываем дендропарк в Итигре. Мы связываем дендропарк с именем великого поэта Серебряного века Николая Алексеевича Клюева. Это очень символично, что мы начинаем чтить и помнить тех великих поэтов, великих мыслителей прошлого, и которым, благодаря которым мы и формируем себя как нацию, как патриотов природы, патриотов своей родной земли. И здесь мы сегодня высаживаем несколько сосен, несколько кедров, которые в своих замечательных стихах воспевает наш великий предок Николай Алексеевич. Поэтому спасибо всем, кто принял участие. Спасибо неравнодушным людям Витебского района и Вологодской области. Благодаря им мы можем такие проекты успешно реализовать.